Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. И сегодня мы с вами продолжаем наш цикл роликов по диораме с нуля и до финала. В прошлом ролике мы с вами залили данный ручей, и у нас здесь образовалась небольшая усадка в виде перепада. Я хотел дозалить немного, но так как не позволяет высота земли, я просто срезал на данный момент и прошел это футурой, чтобы было менее матовая поверхность. Можно пройти просто глянцевым лаком. И сейчас мы с вами будем наносить снежное покрытие, так как у нас будет здесь на диораме первый снег. Я об этом раньше не говорил, но я решил, что здесь я буду делать первый снег. И также с помощью вет-эффекта, подобного вот такая интерактив, мы с вами сделаем снег, который падает в воду. Я немного здесь уже обозначил во время заливки воды, но этого особо никто не заметил. Но надо сделать снег, который только-только упал в воду и уже подтаял. Делается это с помощью вот этого вет-эффекта, так же, как и первый лед, который только-только встает у берегов. Я буду наносить снег с помощью специального эффекта. Это вот АК Интерактив, это мелко рубленый флок. Подобный флок можно купить на Алиэкспрессе, он продается для маникюра. Также можно сделать с помощью соды, воды, ПВА и белого акрила. Подсказку я добавлю на экран, посмотрите. То есть я так подобный снег уже изготавливал. Сейчас хочу показать, как можно изготовить его с помощью таких вот вещей. Но проблема соды в чем? С помощью соды нельзя сделать первый снег. Она больше имитирует снежный покров. Можно сделать подтаявший снег, можно сделать плотную шапку. Но вот первый снег с помощью соды имитировать не особо получится. Поэтому используются вот такие вещи. И сейчас мы будем с ней работать. Наносить будем, скорее всего, на вет-эффект, опять же. Поэтому берем наш вет-эффект, берем тару, куда можно его налить, чтобы наносить на основание. Немного разбавим его white спиритом, потому что это жидкость на эмалевой основе. Можно было бы нанести с помощью аэрографа, но я буду наносить просто большой кистью. Использую для этого пони из художественного магазина, одна из самых дешевых кистей, так как ее не особо жалко. Наносим наш вет-эффект на траву. Это будет у нас служить клеем для нашего снега. Так как снег нам нужен не везде, поэтому мы наносим его дозированно, чтобы не перекрыть нашу осеннюю подложку. Берем наш эффект. Можно использовать ситечко, но я наношу прямо из банки, потому что он естественно очень осыпается и естественно ложится. После того, как мы нанесли наш снежный эффект, мы лишнее просто стрясаем и все. Получившийся результат мы подправляем, так как мне не нравится, что снег лежит неравномерно, а проплешинами. Для этого еще раз будем наш вет-эффект пожиже и присыпаем еще раз. Теперь тропинку немного очистим от лишнего снега, который нам не особо нужен здесь. Остальное пусть у нас подсыхает пока. После того, как мы нанесли наш снежный покров, нам нужно сделать на воде тоже первый снег. Но здесь уже немного сложнее, потому что снег на воде, он подтаивает и становится мутноватым. Поэтому будем использовать White Spirit Текурила 1050. Будем использовать наш вет-эффект, опять же, от АК Интерактив. И или соду, или опять же данный снег от АК Интерактив. Здесь мы будем сейчас определяться. Делаем наш вет-эффект жидким за счет добавления White Spirit. В этот же состав добавляем нашего эффекта снега.
И начинаем данную массу наносить на воду. Нанесли мы наш с вами эффект снега, он уже практически высох, то есть высыхает он моментально, ну где-то минут 5-10 и уже он схватывается. И в итоге получаем такое вот основание под вот эти две фигуры с первым снегом. Возможно, так и назовем как-нибудь первый снег. Итак, для того, чтобы создать снег, именно первый снег, нам понадобится для этого модельная химия, такая как бет-эффект Атака Интерактив, можно не Атака Интерактив, это я привел пример. Снег от, опять же, Атака Интерактив, так как содой сложно будет это заменить, именно потому что первый снег. И White Spirit. По большому счету больше нам ничего не надо для этого. Ждите в следующих роликах видео по росписи. А сейчас, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новое видео, ставьте палец вверх. Всем пока!